3 часа ночи. Пожалуйста, пожалуйста, давайте мы пройдем уже наконец эту ночь. Бежит, бежит, быстрее. Я успею. Фу, да хорош. И эту еще. Всем привет, мурмяу, я котенок Лайк. И сегодня мы продолжаем играть в игру 5 ночей с пони, вторая ночь. И все, кто видит это видео, ставьте, пожалуйста, лайки котенку Лайку. Я буду вам очень благодарен, друзья. В первой части игры вы мне рассказывали, как называют всех пони. Я пытался их запомнить, чтобы не тупить в новом видео. Но, ребят, спешу вас разочаровать. Я их не запомнил и буду тормозить так же, как и раньше, мурмяу. Хотя пару имен я, конечно, запомнил. Искорка. Пинки Пай. Вот это, по-моему, кстати, искорка. И смотри, какой-то скелет пони. На них можно одевать маски. В общем, это что-то типа аниматроника. Нам, как обычно, все рассказывают. И, кстати, вот уже идет к нам первая пони. Посмотрим, что у нас выйдет. Надеюсь, лучше, чем в тот раз. Мы тогда зависли на второй ночи. Нас просто схватила и разорвала пони. Это было совсем не клево. Ну что ж, уже 12 часов. Круто крутится вентилятор. Но пока я никого не вижу. Особо, наверное, не будем расходовать энергию. Так, посмотрим немножко, кто где ошивается. Смотри, там пицца была на стене. Вот это повар, конечно, мастер. Расшвырял все. Отлично, двери закрываются, все работает. Подожди, топает. Ты слышал? Где-то здесь, короче, топало. Копытами своими. Видимо, сейчас уже придет сюда. Хотя на камерах нету. Опа. Так, 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 вспоминай, вспоминай, котенок Лайк. Это, по-моему, Флаттершай. Если я не ошибаюсь. А если ошибаюсь, то пиши в комментариях, как правильно ее зовут. И не обижайся, пожалуйста, меня. Я все-таки мальчик, и я не часто играю в пони. В принципе, я в них вообще не играю. Так. Слушай, это слева где-то, по-моему, гремит уже. Копытами своими пони спотыкнулось о какое-то ведро. Короче, не может зайти, видимо. Почему-то растолстела. Может быть, была у бабушки на пирожках, я не знаю, что с ней произошло. Кстати, подписывайся на мой второй канал, на мою группу ВКонтакте, там тоже много всего интересного. Стараюсь всем отвечать на все. Опачки, ты видела, она прям рядом была. Пока никого нет, я не знаю, стоит ли так часто нажимать на камеры. Потому что что? Да потому что у нас заканчивается энергия. Всего лишь час ночи, а у нас уже 74 энергии. Все, нормально. Вот она рядом, смотри, прям в камеру смотрит. Хорош тебе. Поняша, нас пугать-то не надо. Пока никого. Здесь тоже. Живем, живем, ребятушки. Зачем я закрыл дверь, я не знаю. Вот здесь стоит рядом, и все, и не хочет никуда уходить. А это к нам идет. Искорка уже. 2 часа ночи. Я надеюсь, мы пройдем эту ночь. Мне вообще в эти игры FNAF не везет. Я очень плохо прохожу ночи, только первую ночь я прохожу хорошо. А здесь смотри, на нас две пони напали сразу. Так, это мы видим, а это что, нет. Опа, опа, нет. Ждем, ждем, смотри, по камерам посмотрим. Так, это вроде отошла, нет? Да, это отошла. А это? А это все, короче, сломалось. Сейчас нас сожрет искорка. Я вот 100% это вам говорю. Да, вот она уже ржет, походу. И это немножко жутковато. Ставь лайки, чтобы она на нас не напала. Вряд ли они помогут. Я не пойму, почему у меня сломалась дверь. Пиши в комментариях, почему все сломалось, почему не работает. Как мне это отремонтировать и как мне теперь проходить, если у нас одна дверь не работает. Может, что-то нажать можно, вообще не втыкая. Да, вроде такие милые пони нарисованные, а на самом-то деле нежность-то обманчива. Здесь они уже разбежались, они, кстати, опа, смотри, выглядывают здесь. Куда, в туалет, что ли, пошла? Туалет для пони, смотри. А-а-а, да хорош!
Искорка, ты нас все время пугаешь. Видели эти страшные зубы? Вот это жесть была, конечно. Давай еще разок попробуем. Надо нам постараться добить эту ночь. Потому что это будет не здорово, если мы опять не пройдем вторую ночь. Хотя мы пытались всего один раз до этого. Но тем не менее. Нужно сделать все красиво. И пройти нам эту ночь. Только, пожалуйста, не вырубайте двери. Давай будем пореже включать. Двери, лампы и все остальное. Тогда, может быть, они не сломаются у нас так быстро. Будем просто бродить по этим камерам. Хотя там тоже ничего интересного нет. Hello? Да, пожалуйста, лучше приехай и помоги мне, чем давать свои советы, которые мне совсем не помогают, потому что я не знаю, что надо делать. Давай-ка здесь пока поклацаем, посмотрим. Отлично, пока ничего не происходит. 90% и у нас 12 часов. Да, короче, надо не разгоняться особо с этими камерами. Давай смотреть на плакат. Поняша, поняша и поняша. Кругом одни пони. Еще детские рисунки, смотри. Кстати, я не понимаю, что это морда и уши пони. Что у нее, кто-то в голове сидит? Или это глаза? Что это такое нарисовано, как ты думаешь? Я не знаю, здесь торчит две лапы и хвост, по-моему. Короче, чудеса, ребята. Чудеса художественные здесь происходят. Поняшные картины. Опа, идет к нам, смотри. И это тоже начинает, короче, выдвигаться. Искорка здесь. Флаттершай где-то была. Опять, смотри, потыкнулась своими копытами какая-то пони. Пока вроде нету. Но где-то рядом, короче, она ходит. Так, ну, не знаю, пока не шумит, не кричит. Вот, она вот на этой камере. Здесь поблизости тоже. У нас уже час ночи. Подожди, подожди. Где это, по-моему, слева, да? Искорка обычно смеется так. Как прям 5 ночей с эмоджи, смех тоже. Кстати, в нее давненько я играл. Можно будет попробовать вспомнить, как там играть, если ты помнишь это. Смайлики, там всякая какашуня нападает. Еще там какой-то плачущий смайлик. Куча всяких разных. Пока я не пойму, здесь слева никого нет, справа тоже. Ну, значит, и никого не должно быть. Давай не будем тратить просто так энергию. А подождем. Да, хватит, хватит. Котенок Лайк тыркает своими лапами от страха. Так. Может, там просто пони уборку делает и ведром гремит с тряпками. Опять же, не забудь мне написать в комментарии, почему иногда заедают кнопки в этой игре. Из-за того, что я часто нажимаю, или что происходит, потому что дальше невозможно проходить, когда они заедают. В принципе, 2 часа ночи и 70% энергии у нас этого более чем достаточно. Так что можно свободно лазить по камерам. Опачки. Пришла, смотри, смотрит на нас. Вот об это ведро, мне кажется, спотыкается. А вот это вот в шляпе, я не помню, как зовут эту пони. Как ее зовут? Подожди. Я даже не успел испугаться. Смотри, они зашли с одной стороны, и даже не было звука, что они рядом. Никакого смеха, ничего они не уронили. Мяу. Бог любит троицу, поэтому погнали, ребята. Давайте все-таки... Замучим этих пони, или они замучают нас в конец, я не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Отлично, все как и всегда. Телефоны, пропеллер, да, слушай, я часто не включал лампу и двери, и у нас это... Оставалась энергия, все работало, единственное, что я пропустил, как пони быстро подошли к нам.
Ну, потому что не было никаких предупредительных звуков, сигналов, знаков. Ладно, я пока тут просто клацаю по всем кнопкам, в надежде увидеть, кто к нам приблизится. Но пока никого здесь нету. Пиши в комментариях, сколько ночей ты прошел в эту игру, если играл, как далеко. Мне интересно. Опа, смотри, у нас уже что-то вырубилось. Только звук, короче, написано, а изображение не работает. Мяу, это не клево. Кстати, хвост пони, смотри. И вот ее мордашка. Смотри, ходит здесь. Это, по-моему, Пинки Пай, да, розовая, которая у нас, если я не ошибаюсь. Пиши в комментариях, не ошибаюсь ли я, и вообще в этих пони не особо шарю. Пока все нормально. Пока все тихо, 12 часов, час ночи. Пришло бы это время как-то бы быстрее, чтобы вот это Флаттершай нас не схватила и не съела. Искорка. А, вот она, я думал, она где-то загуляла. Нет, она рядом. Она подбирается к нам. И, видимо, она снова нас хочет схватить. Надеюсь, в этот раз у нас инфаркта не будет. Гремит, слышишь? Ходит опять, гремит. Вот постоянно она гремит. Получается, на какой? Вот на этой камере, да? Не может пройти нормально. Всё, начинается у нас здесь приколы. Какие-то звуки. Где-то шепчет. Ух ты ж! Я же говорю, шепчет. А здесь пока свободно. Давай подержим дверь. Пускай она куда-нибудь свалит. Да хорош! Чё, обе здесь? Подожди, эту мы сейчас откроем. А здесь? Надо вырубать, надо вырубать. Он сам вырубает. Да хорош! Вот это, походу, ржёт. Ребята, ребятушки, слушай, жутковато становится. Жутковато и жарковато. Так. Не хочу часто включать. Палили, нет? Так, тут никого нет, короче. Видимо, тоже. 2 часа ночи, пока идем хорошо. Я не скажу, что уверена. Но пока... Бежит, бежит. Давай, давай, закрывай, короче, мяу. Слышал? Прям топало кто-то. Какая-то из пони. Я не знаю, какая из. Но... Может, мне показалось вообще. Но я думаю, мне не показалось. Они могут здесь разгоняться и нападать. В частности, эта искорка, она просто сумасшедшая какая-то. Прямо это, я не знаю, бешеный мустанг какой-то. Бежит и бежит. 2 часа ночи, как медленно, я думал, уже 4 часа. Не, мы, походу, не протянемся с этими пони. Ну, что-то какие-то крутые совсем. Давай пока... Ох ты ж, ёлки-иголки, я как чувствовал. Своим хвостом, что уже пришла одна. Это, небось, еще тоже здесь. Так, это еще не свалило. Флаттершай. Где искорка? Где искорка? Где она ходит? Вот она. Она еще не успела подойти. Так, это нужно открывать. Интересно, у нас 48 энергии. Могу ли я просто тупо закрыть 2 двери? Не хватит ли нам энергии? Я сомневаюсь. Так, пока нормально. Пока и кнопки работают. Не заедают. Здесь пока никого не... А, вот она рядом, смотри, она прям в камеру смотрит. Уже может заходить. 3 часа ночи, пожалуйста, пожалуйста, давайте мы пройдем уже наконец эту ночь. Бежит, бежит, быстрее, я успею. Фу, да хорош, и эту еще. Стучит, ты слышишь? Слышишь, что творит?
стучит к нам. Свалила, нет она. Слушай, энергии мало, короче. Я не знаю, искорка осталась. Давай, поднимем. Фу, я уже даже говорить нормально не могу, уже язык заплетается. 34% у нас. Ну, мы спаслись от бешеной пони, которая к нам рванула. 4 часа. Ржет, ржет, слышь? Да, она, короче, здесь рядом где-то. Не знаю, как будет 5 часов, я просто закрою нафиг все двери. Я надеюсь, мне это получится сделать. Опа. Так, это мы закрываем. Здесь пока никого нет. Ну, 4, можно вообще все закрыть. А, там 5. До скольки, я забыл. До 5 или до 6 утра мы сидим. Блин, это долго. Боюсь, энергии может не хватить, если я буду сидеть с закрытыми дверьми. Пожалуйста, пожалуйста, чуть-чуть осталось. Опа! Все отлично. От одной мы спрятались. 5 на 6, понял. 5 часов или 6. Я забыл. Забыл, сколько мы часов здесь бываем. Просто есть разные игры, и где-то может быть меньше часов. Здесь еще нет. Папа, по-моему, да? Да, а ты? Пока звуков нет, все, до 6 мы, короче, сидим. Так, иди-ка ты, гуляй лесом. Никого пока нет. А, процентов мало энергии, к сожалению, не получится сидеть с закрытыми дверями. А, весь этот час последний, заключительный в этой ночи. Слушай, если вторая такая жесткая, то... Третья ночь, это вообще будет трэш, мне кажется. Опа. Все, я тебя понял. Давай, 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 быстрее, быстрее, пожалуйста. Ты ушла, нет? Ушла. Отлично. 5 часов, 8% энергии. 7, я даже камеру не буду включать. Мы тебя закроем здесь. Ну давай, пожалуйста, 6%. Ушла. Все у нас. Да вырубись ты. Я думал, он сам врубается. 2%. Все, у нас, короче, нет энергии. Есть! Мяу, 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 мяу. Что? Слушай, это было круто. Это было жестко, жестоко. Но круто. Третья ночь начинается. Пройдем ее в следующей серии обязательно. Подписывайся на канал Котенок Лайк. Ставь, пожалуйста, лайки. Подписывайся на мой второй канал и на мою группу ВКонтакте. Всем до скорых встреч. Удачи. Вы самые крутые. Мурмяу. Пока.